Не досушил волосы. Мы уже пришли на обед, кстати, даже не на завтрак. Приятного. Аджип сандал. Супчик. Конечно же, я не могу без кофе. Поэтому латте. На мясо. Завтрак с двух, оказывается. Господи, а Господь, просто я надеюсь, меня никто не увидит. Вот она, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Твою мать, я есть хочу! Быстрей! Я не знала, ты думаешь, с камеры. Я чудо-блогер вообще-то. Быстрей, пожалуйста, я так хочу есть. Погнали. Я наконец-то вам покажу, где мы вообще находимся, в каком отеле. Ух! Здрасте! Здрасте! Ой, спасибо, ой, спасибо. Новый год у нас здесь. Мы сняли для себя отдельный, значит, зал. Все здесь одеты, одна я, как бичиха, просто бич. А теперь, девочки мои, мы с вами идем купаться в бассейн. Посмотрим, что у нас тут. Просто я подруга года. Я сидела, значит, собиралась голая. И просто эта женщина говорит, мне нужна фоточка возле бассейна. Конечно же, Аляна бежит, чтобы просто сделать ей фоточку. Так, значит, это вообще нормально? Ну давай, давай, какую фоточку тебе сделать? Давай, остановись уже. Подставляй свою жопку. Вот это отличная поза, давай. Да, нужно выше ноги поднять. У тебя что там, татушка? Вот, вот так. Накрест, накрест, замечательно. Вот, вот. Oh no, I hope I don't fall. Девочка моя, ау, где же ты? Пропадаешь, может быть, тебе хорошо, я не знаю, но точно похоже на то. Конечно, об этом говорить на отдыхе. Я думаю, что когда я вернусь домой, я уже займусь этим, вернее, не я, а мой адвокат, которому я уже поручила это дело, потому что я считаю, что мошенники должны быть наказаны, люди, которые собирают деньги и потом не возвращают их. И как только у нас закончится официальный договор, я обязательно вам расскажу, кто этот мошенник, потому что хочется предостеречь вас, потому что он продолжает обманывать людей, собирать с них бабки. И помимо этого я еще попрошу всех своих друзей-блогеров, чтобы они тоже обязательно выставили, показали этого мошенника, потому что, ну, люди, которые занимаются такими вещами, должны быть наказаны. Вы обязательно об этом узнаете. К этой женщине. Да все уже, да. Все уже. Я только позицию начала. Ну как? Вечерячка. Пришла в свой номер и немножко переделала. Мне кажется, так лучше, да? Завтра вам будет с вами общаться, сегодня он также вместе с вами отдыхает. Рядышком с Алексеем находится Мария, рядышком с ним. И вот Марию, ну, она точно хорошо знает. Сколько есть реально мифов про работу? Какие самые популярные?
проснулась, новый день предваряет. Ну, посмотрите на нее. Нет, ну, посмотрите на нее. Ну, что это такое? Что это за красавица? Я вот что, просила себя такую родить? Мам, ну, куда ты меня такую красивую родила? Тебя кто просил? Я вообще сегодня голову умыла. Она просто с грязной головой сделать кучу вообще. Спалилась. Так, ну что, ну вот мы наконец-то на вечериночке. Смотрите, кого я здесь встретила. Машулечка, красавица. Всем привет, мои любимые. В Москве не можем встретиться, а встретились в Сочи. Машуля сегодня играет. Да, на скрипке. Точно, только играет на скрипке? Больше ни на чем? По-моему, больше на нервах ты умеешь играть. В общем, на ее странице можете посмотреть, как она сыграет. Смотрите, какие красотки пришли. Аня, покажи платье быстрее. Ты где его взяла? Не помню. Это же смертельно. Аляночка, все здесь. Смотрите, какая красавица. Значит, все начинают прибухивать, а я думаю, что мне пора поесть. Я не знаю, почему мне не накладывают, но я наложу себе вот так. Доброе утро. Начнем утриться. Доброе утро. Не-не-не, мне нельзя вот так вот жить, чтобы там вот это вот все включено. Нормально у меня видок вообще, лучше всех. Дорогая, вы всех шокируете. Похуй. А я еще пивас бухаю. И что, кто-то зашел? Блин, какая жалость. Обидно. Мне было бы обидно, что никто не зашел. Почему? Серьезно? Ты что, вчера где-то тусовалась? Ты вчера где-то тусила, что ли? Короче, мне надоело, и я пошел гулять. Пошел гулять по прекрасному городу Адлер.